Здравствуйте, друзья. У нас новая жизнь, новая лохматая душа. Искалеченная, избитая, поломанная, обреченная. Обреченная на что? На гибель или все же на жизнь? У ребенка застарелый перелом таза, а ведь ему не более 3-3,5 месяцев. Друзья, к нам приехала Игорь и Алина. Они достали ребенка, которого я вам уже показывала, тот, что у нас застрял под капотом машины. Ребенок очень болен, полуслепой, и у него что-то с лапкой. Ребенок в очень тяжелом состоянии, и спасибо огромное, что ребята помогли. Все, ребята привезли его, и сейчас поедем сразу в стационар. Что пережил этот малыш в подвале, даже не берусь описать словами. Каждый из вас может представить, если он хотя бы раз ударял ногу или руку и чувствовал боль, а ребенок получил удар или пинок, и ему сломали таз. Если бы это была машина, ребенок бы не искал там защиты. Но когда мы пытались ребенка отловить, когда увидели, что его глазки закрыты гноем и что он почти ничего не видит, он метнулся именно спрятаться в машину. Вы знаете, что потрясающе, что когда мы начали поиски, чья машина, обратились в ГАИ, и нам помогли отыскать хозяина, этот мужчина находился очень далеко, в гостях. Но ради нас он вызвал такси, приехал и помог достать ребенка. Я всем сердцем благодарна этому мужчине. Всей душой. Побольше бы таких настоящих мужиков. С полным словом этого гордого слова. Настоящий мужчина. Таких, к сожалению, очень мало. Ребенка достали. Промыли глазки. И только потом обратили внимание, что он плохо наступает на лапку. Ребенок, иди сюда, мой хороший. Все, ребята, глазки промыли, обработали. И только сейчас ребята увидели, что у ребенка что-то с лапой. Она у него вывернута в другую сторону. В общем, утром ребенок поедет в стационар. Парвиз, ты можешь ее достать? Забивается. Ой, блин, вот мы и бегали с ней. Сложно. Осторожненько. Так, ребята, вот эта лапа у нас, она просто висит, она у нее непонятно, то ли вывернута, то ли вот эта лапка у нее не действует, во все стороны поворачивается. Но это завтра, ребята, уже сделаем снимок, и тогда определим, что с ребенком. Но лапка у него одна, видите, одна согнута, нормально, а вторая просто висит. Ложи ее в этот самый и поставь ей корм. Отправили ребенка в стационар, сделали снимки. И врач подтвердил, да, у ребенка старый застарелый перелом таза. Операцию делать поздно. Он уже почти сросся, но вот то, что нарушены нервы, и лапка у ребенка крутится во все стороны, это пока трогать не будем. Дадим ребенку шанс попробовать восстановиться. Есть повреждение в области таза, собирать здесь нечего. Вот, он уже наступает, но есть нарушение нерва на правой тазовой конечности. Здесь только пробовать как-то разрабатывать, смысла как бы что-то освобождать и что-то оперировать, и уже никакого здесь нет, в принципе. Поколем нейромедин, еще что-нибудь, что назначит врач. И попробуем спасти ребенку лапу. И если уже не останется выхода через 2-3 месяца, и он не сможет на эту лапку наступать, тогда возможно, повторяю, возможно, возникнет необходимость ампутировать лапку, чтобы она не мешала ребенку в дальнейшей жизни. А пока, ребята, молимся и боремся, и пытаемся спасти. Я обращаюсь ко всем вам, друзья. Большая часть, кто заходит к нам на страничку, это собаченьки. Но, мои хорошие, неважно, лает ребенок или мурлычет, если ему больно, я прошу вас, отзовитесь на помощь ребенку. Пожалуйста. Он такое же Божье создание, как и мы с вами. И в наших силах облегчить его боль. Я обращаюсь к вам, друзья. Если
вам это близко. Если вы сострадательны и милосердны, вы откликнетесь. И помоги Бог вам в ваших проблемах, трудностях. Ведь они есть в каждой семье. Помоги вам, люди, Бог, обрести счастье. А маленькому ребенку счастьем будет ваша помощь. Добро возвращается. Помните об этом, пожалуйста. Не забывайте. И верьте, потому что это правда. Добра вам, люди.